У меня в руках книга, которую написал мой муж Дятлов Анатолий Степанович. То есть начал писать еще, находясь в заключении, сколько было можно. А затем он ее дописал, пока был еще в живых. И он обращался к работникам станции, чтобы они выпустили ее. Но у них не нашлось средств. А пока они эти средства искали, он уже скончался.